В день медицинского работника 15 автомобилей передали во все городские районы центральные больницы. Скорая укомплектована самым современным оборудованием, в том числе реанимационным. Подробности в репортаже Мурата Джанкезова. За последнюю неделю автопарк служб скорой медицинской помощи республики пополнился на 19 машин. 10 из них приобретены за счет средств федерального бюджета по заявке Министерства здравоохранения Карачаева-Черкесии. Еще 9 автомобилей были приобретены руководителями различных предприятий и организаций, которые внесли свой вклад в укрепление системы здравоохранения республики. Машины постоянно эксплуатируются, часто бывают ДТП, машины ломаются, приходят в негодность. Работают круглыми сутками по всей республике, выезжают и за пределы города Черкесской, по всей республике ездят, и выезжают за пределы республики, отвозят тяжелых больных. Поэтому для нас было большим подспорьем получение новых 15 автомобилей. Это машины класса Б, машины класса С. 10 автомобилей класса С позволяют транспортировать тяжелых больных за пределы республики. И это действительно очень нам поможет в дальнейшей работе. Рашид Тимрезов поздравил медиков с профессиональным праздником и выразил уверенность, что новые кареты скорой помощи помогут улучшить оперативность выездов к пациентам и облегчат будни медиков, которые сегодня работают на пределе своих сил. Прежде всего, это комфорт для больных. То есть, смотрите, ступенька заниженная, невысокая, как на газелях. Прежде всего, это комфорт больных. И мобильность, то есть больше машин, быстро доедем, быстрое качественное обслуживание и мобильность скорой помощи. Общаясь с главными врачами, Рашид Тимрезов сообщил, что в республике приступили к разработке и в скором времени начнется реализация региональной программы модернизации районных больниц. На первом ее этапе предусмотрена реконструкция 4 медучреждений в Черкесске, Узджигутинском, Зеленчукском и Урупском районах. Речь идет о капитальном ремонте и обновлении материально-технической базы. Глава республики подчеркнул, что программа модернизации больниц – это серьезный шаг для долгосрочного развития здравоохранения Карачаева-Черкесии и повышения качества жизни ее граждан. Сразу после окончания осмотра все новые кареты скорой помощи разъехались по местам дислокации, чтобы немедленно приступить к оказанию скорой медицинской помощи. Мурат Чанкюзов, Алибастанов, Руслан Харченко, Вести Карачаева-Черкесия.